Сейчас у меня отношения с тремя парнями. Беззаботный и веселый. Он словно смотрит на меня снизу вверх. Он младше меня, этакий карманный парень. Интеллектуальный и зрелый. Он понимает мою ситуацию независимо от того, что происходит. Зрелый парень. Последний, но не по значимости, сексуальный мужчина, который знает, чего хотят женщины. Такова моя троица.